Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Делаю краткий видеообзор сортов, которые на сегодня, на 8 июня, уже полностью сформировали первую нижнюю кисть. Показала госпожу удачу, сибирский изобильный, вечный зов, вот это русские колокола. Они тоже к этому времени уже завязались плоды на нижней кисти и почти достигли такого размера, который они, ну и должны быть. Скоро уже начнется созревание. Длинные ролики делать некогда, сейчас у нас самая горячая пора, высаживаем рассаду томатов в открытый грунт. Но я просто хочу показать те томаты, которые в начале июня, в первой декаде, уже полностью почти сформировали свои плоды и от которых можно очень рано получить урожай. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова.